Всем привет! Я снова на оке. Буду пытаться опять ловить рыбу, хоть какую-нибудь. То последние пару выездов были по нулям. Еще пока пойду собираться и вперед. Так, ну начинаю со светлых тонов, с едобки. Рыбаков хватает из берега и лодочников вполне достаточно. Я сделал там порядка 2-3 заброса, перешел на другое место, ушел от моста. Попробую здесь. Есть глубины вот в этих местах очень интересные, там где-то порядка от 3 до 6-6,5 метров. Мы здесь на лодке плавали. Здесь неплохие глубины. И здесь ловили и окуня, и судака. Посмотрим, что тут с берега. Пока светлые тона, упираюсь немножко. Сделаю порядка там 20 забросов. Если тишина будет, то перейду на темный. А там уже дальше. Эксперимент. Ну что, пока тишина, не поклевки. Ставлю темные тона и решил немножко облегчиться. Поставлю 10 грамм грузик вместо 12. Видимо, я не достреливаю до большой глубины, а у берега здесь не настолько глубоко, чтобы вешать 12 грамм. Поэтому 12 грамм тяжеловато здесь для него. Попробуем десяточку. На рыбеха не клюет и не клюет. Хожу, ищу рыбеху, друзья мои. Рыбехи нет. Она не берет вообще. Ребята, наконец-то начались какие-то поклевки. Такие аккуратные. Возможно, окунь, либо вообще бычок. Играется с приманкой на мели. Я не знаю, здесь глубина на полметра. Что-то не очень большое, даже никак зацепить не могу. Уже второй раз это я забрасываю. И... Ударчики-то дадын, дадын. В общем, похоже, что либо маленький окунь, либо бычок развлекается. Что на паузах. На дно здесь илистое такое. Ребят, не поверите, только вот камеру выключил. Вот прошло 3 секунды удар, блин. Это был окунь, зацепился, поболтался и сошел. Видимо, не очень большой. На вообще в умирающей проводке. Но хоть повеселее стал, хоть поклевки пошли. Это уже в чистом виде окуняра. Балуется. Я так понимаю, он за хвостик дергает. Он чувствует, наверное, что камера включена, что мы все смотрим, ждем долгожданной поклевки, долгожданного удара нормального. И он не хочет. Говорит, не будет у вас ничего, ребята. Камеру Кирюха выключит, тогда я клюну. Гаденыш. Но темный тон, темный грейп. Как-то более-менее вот он еще интересуется этой приманкой.
Так, ну что, выключаю камеру, ждем поклевки за кадр. Перестал он брать на грейп, видимо, накололся несколько раз, и все, приманка его больше это не интересует. Ну это кушара, я его видел, он подводил приманку к берегу небольшого размера. Смотрю, в кустах брык-брык-брык и убежал. Шел-шел за ней, шел-шел, интересовался. На этом все. Поставлю такой цвет, он хорошо бывает выстреливать. Это блюгил. Неплохо работает. Даже выручал он меня, ездили на соревнования, когда по зиме на золотую рыбку. Этот цвет мне очень помог. Уйти от нуля, закрыться. Сегодня мне интересно, поможет закрыться или нет. Так, ну что, камеру я выключаю, и он на камеру не клюет. Стесняется. Ну вот, ребята, только выключил камеру, и поклевка. Сидит маленький окунь. Первый заброс. Наконец-то. Я говорю, приманка хорошая, рабочая. Конечно, такой окунь будет. Просек-то как еле-еле. Наконец-то. Я говорю, приманочка хорошая. Дает от нуля выйти. Опять она меня выручила. Спустя третья поездка. Вот такой красавчик маленький. Третья поездка на Аку. И вот, наконец-то я ушел от нуля. Пускай с таким размером, но тем не менее. Вот блюгил. С первого заброса. Спасибо тебе, блюгилушка, выручил. Вот она и долбит такой маленький окушок. Но хоть окуня не нашел. Последние два раза ездил, даже окунь не брал. Причем окуневых места. И вот третий раз, уже третье место, другое совсем. Я здесь берегу ни разу не ходил, только на лодке плавал. И вот более-менее нашел мелкого, но окуня нашел. Зубатого бы найти бы, с клыкатом. Ну сейчас время еще, конечно, такое обеденное. У нас там на часах. Сколько времени-то? Время первый час. Так, ну ухожу я с этого места. Что здесь делать? Здесь эту окуня ловить маленького неинтересно. Надо по-хорошему поставить грузика граммов 5. И силикончик там грамма. Ну, грамма говорю. 2 дюйма где-нибудь. Либо вообще какую-нибудь блесенку, колебалочку маленькую, какую-нибудь мини. И ловить этого маленького окуня. Поставить поменьше флюр, потоньше. Ну, в общем, другая оснастка нужна. Гораздо тоньше, более чувствительная. Как бы. Нет мне никакого желания такого окуня ловить. В этом году окуня мы уже половили очень хорошо. А вот судака, ну, средний. Но зубатый это вообще вот на Оке мы еще не ловили. На других реках ловили, да. Небольшую тоже, но ловили, но... Хочется хотя бы там, я не знаю, на двушечку, блин, зубатую поймать. Буду стараться. Ребята, под берег прям взял окушар и сошел. Такой неплохой удар был, хорош. А, он откусил. О, откусил хвостик. За хвостик цепанул. Не буду ставить пока силикон. Здесь более-менее чистые места. Дно хорошее, такое песочное. Рыбка вроде отзывается. Попробую поставить железо. Вертушечку, мэпсовскую трешечку, агле. На серебре. Поиграю с ней. Но если не будет, то естественно перейду. Вот.
ловил. Трава что ли какая-то. Железка молчит. Ни ударчика вообще ничего не интересует. Его железка. Сейчас попробуем поставить поролон. Ну что, поролон на дне. Ждем поклевки. Возвращаюсь к старой теме. Железо его не интересует. Поролонг тоже. Ставлю съедобку. Поставил опять темный цвет. И опять мелкий окунь начинает долбить. То есть приоритете. Ну, в принципе, он интересуется темным цветом. Приоритете темные цвета на данный момент. Пусть он мелкий, но он интересуется. Потому что яркие цвета не работают. Канат какой-то. Охренеть. Яркие цвета не работают, работают только темные цвета. Вот такие вот. Так, ну эту плетенку надо вытаскивать. Даже не плетенка, это леска. Но я не знаю, тут она. Канат целый. Что такое я зацепил? Посмотрим. Что тут у нас? А, кто-то оторвал. Да. Ну да. Вот такой вот груз. Такая приманка. Леска, ребята, я не знаю здесь. 0,3 отдыхает. Даже здесь оторвали. Как такую леску? Можно машину буксировать такую леску. Ну вот. Так что пока окушок отзывается на темные цвета, кроме окушка, больше никто не отзывается вообще. Перехожу на более крупную резину и на более тяжелый джиг. 12 грамм повешу. Ребята. И вновь АК молчит. Ничего серьезного. Точнее вообще ничего. Ну окунь мелкий, все видели сами, все, больше ничего. Народ также плавает, на лодках ходит по берегу. У всех не очень хорошо все. Как-то так. Окунь поклевывает, но окунь не хочет ловить уже. Сейчас октябрь уже, блин, и середина октября, и тишина удивительная. Странно. Пойду я двигать к тачке. Поеду я домой. Уже раз рыбка не клюет. Что как-то так. Давайте всем НХНЧ, не грустите. Я думаю, придет то время, будет выход рыбы. Надо, главное, попасть на него. Ездить и ездить на рыбалку и попасть. Камеру смотреть особо не могу, тут у меня дорога не очень хорошая. Ну вот, и как надо пробраться, непонятно как, правда, сделать. Тут везде кусты. Ну вот, и ездим, в общем, ловим рыбу, ждем выхода, как-то так.
Пошел я пробираться сквозь дебри. Пока шел к машине, сидит дружок, наяривает. О как фигачит. Эй! Хватит долбить! Эй! Ему все равно.